Привет всем, с вами Мозгус, и сегодня мы будем говорить о первой цветной пятерке Dian Sheng. Это кубик 5х5. Кубик 5х5 это механическая головоломка, пятислойная. До этого в истории кубостроения существовали такие кубики из цветного пластика 2х2, 3х3, 4х4. До этого момента был максимальным по количеству слоев кубиком из цветного пластика. Колором делают различные бренды. Виттеден, Даян это самые популярные. Тройки тоже, Виттеден, Даян, ну, тоже очень много, в принципе, достаточно брендов. Четверки тоже Даян, Виттеден. Но пятерку, первую, скажем так, я уверен, что дальше будут выпускать будут другие бренды, но первую цветную пятерку все-таки выпустила торговая марка Dian Sheng. Dian Sheng это одна из китайских марок, среди спидкубинга она в не популярно, так как не выпускает скоростных кубов. О пятерке могу сказать, что в принципе она мне как цветной кубик удовлетворяет, но не более того. Ну, сразу когда я ее взял, мне она показалась легкой. Даже не показалась, а после пятерки стандартной Шинг-Шоу, да, самая популярная, если сравнивать, стандартная пятерка гораздо тяжелее. Данная пятерка от Dian Sheng, она легкая, и это не мудрено, потому что, ну, дальше я вам покажу детальки ближе, все рассмотрите, они пустотелые. Второе, что меня удивило, но это уже внутренний механизм, это его строение, то есть конструкция, на которой держатся все элементы данного кубика. Там внутри сфера. До нее мы дойдем чуть попозже. В общем, к внешнему виду претензий нет, но вот по кручению претензии есть. Все крутится легко, без усилий, но средние слоя, когда будет речь идти о срезании граней, они абсолютно не срезают. А нет, срезают внешний. Ну, это внешний слой. А если внутренний, вот так вот, оно не срежет. А почему не срежет, я вам чуть... Ой, оно даже чревато последствиями, могут выпасть элементы. Хотя я собирал этот кубик, элементы не высыпаются. То есть все стабильно, кубик не рассыпается, приятно играться. Цветовая раскраска, стандартная европейская. Напротив зеленого синий, справа красный. Белый вверху, желтый внизу. Оранжевый цвет, больше не оранжевый, а какой-то красноватый. Но это за счет того, что он флуоресцентный. То есть сторона оранжевая, она флуоресцентная. Если сравнивать с красной стороной, то отличие есть. То есть здесь тоже претензий нет. Короткие выводы по внешнему виду. Нет наклеек, нам не нужно будет заботиться о состоянии кубика, то есть постоянно переклеивать, он постоянно будет, кубик будет в опрятном состоянии. По тактильным ощущениям все легко крутится, но не для скоростной сборки. То есть углы не срезает. Данный кубик рассчитан на пользователя, который будет собирать просто для себя, и ему нужен практичный какой-то куб, чтобы не беспокоиться о переклеивании наклеек. Давайте теперь перейдем к сердцевине, к внутреннему механизму. Она очень интересная, как по мне. Это сердцевина. Здесь мы видим сферу. В нем стоят винты, но они ничего не регулируют. Регулируют только прижатие вот этих вот внутренних боковых элементов к кубику. Но в целом они не играют роль как настройки. То есть, если вы сильно прижмете, конечно, он будет туго крутиться. Если вы ослабите, будет легче, но не до такой степени, чтобы он там срезал углы, как, например, вот в пятерке. Если ее отпустить в стандартный шинг-шоу, то кубик будет мягче и более резиновый, он будет лучше резать по всем граням. Но тут, конечно, тоже чревато рассыпанием. Итак, мы видим сферу, и в сфере проделаны пазы для вот таких вот деталек. То есть, детальки, по сути, ходят по пазам. О детальках. Я вам уже говорил, что они пустотелые. То есть экономят на пластике как могут. То есть, сохраняя объем, стараются побольше, вернее поменьше истратить пластика на изготовление деталей. Ну и уголки. И плюс, и минус. Плюс в том, что ножка цельная, толстая, она не состоит из трех элементов.
То есть, если бы она состояла из трех элементов, как в панши, в даянии шестом, была бы проблема того, что юбочка, одна из элементов, бы постоянно отламывалась, приводилась, кубик приходил бы в негодность. Крепление элементов сделали наподобие, как в первой версии даянов, гухонгов, при помощи тройничков. Реберные элементы и средняя тоже вам показал. Смазывать кубик нужно обязательно. В целом, как новый продукт, достаточно интересно, особенно, еще раз повторюсь, интересно для людей, которые не хотят беспокоиться о внешнем виде своей головоломки. То есть она всегда будет опрятной. Вот так. Это был кубик 5 на 5 на 5 от торговой марки DynSheng. С вами был Мозгус. Играйте с головоломками, развивайтесь, будьте умными и да пребудет с вами сила интеллекта. Пока!